Добрый день, уважаемые друзья майнеры. Недавно прошли выборы президента. Надеюсь, все из вас проявили свой гражданский долг, проголосовали. Наступил пятый сезон политического шоу. Запасаемся попкорном, смотрим. В прошлом нашем видео, вот 9 марта, мы презентовали доработанную установку на 24 асика. Вот она перед вами. На 24 она не потому, что нам не хватило денег на 36 асиков, просто добавился моторный отсек. И, соответственно, геометрические размеры увеличились, и мы тупо не смогли ее занести в эту котельную. Поэтому 24 асика. В прошлый раз это были D3, сейчас это S9. Как видите, вентиляторы мы отключили. Был целый шквал негодований со стороны продвинутых майнеров. Те, кто не скурили школьный учебник физики, писали, что абсолютная глупость запускать вентиляторы в жидкости. Абсолютно с вами согласен, это именно так. И в прошлый раз мы это запустили лишь для того, чтобы это просто эффектнее выглядело. На самом деле абсолютно не нужны вентиляторы. И более того, в установках на 8 асиков, так сказать, кухонный вариант, мы уже учли этот момент и сократили рабочую высоту установки для того, чтобы не тратить лишний теплоноситель. То есть сейчас в этих установках асики уже без вентиляторов, то есть мы их снимаем. Здесь их можно снимать, можно не снимать. Разницы принципиально никакой нет. Мы просто поленились открутить 48 асиков. 48 вентиляторов, извиняюсь. В комментариях часто пишут, почему мы так редко выходим в эфир. На самом деле мы очень плотно работаем. Наши установки расползаются как, буквально как тараканы по всей нашей необъятной родине. География самая разная, особенно южные регионы, и не только в нашей стране, а и за рубежом, заказывают буквально фурами. Вероятнее всего, как всегда неожиданно, в ближайшее время наступит весна. Есть хорошая старинная поговорка: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Станет тепло, начнутся проблемы с охлаждением. Лучше подумать заранее о своих асиках. Как вы знаете, майнеры — народ продвинутый, но крайне скрытный. И понятны причины этой скрытности. Тем не менее, некоторые наши клиенты присылают нам видео, иногда даже с комментариями, и мы некоторые можем вам показать. Хотя такой задачи мы не ставим. Для вас вот две ванны рабочие, тут еще небольшой бардак, вот температура, которая показывает, одна и вторая, вот обвязка, подводка идет воды. Поставили на всякий случай дополнительный насос, но слава богу, он не пригодился. Вот они сами майники, S9. Вентиляторы отключены. И вот вторая ванна еще не загружена вся целиком, наполовину. Все работает, все замечательно. Спасибо, Евгений Александрович.